В Сургут с официальным визитом прибыла делегация из Венгрии. Представители города Зала и Герсек приехали для того, чтобы укрепить экономические связи с администрацией муниципалитета, а также местными предпринимателями. Напомню, что наши города являются побратимами. История взаимоотношений насчитывает около 20 лет. В рамках визита венгры презентуют свои возможности в области туризма и экспорта продуктов питания. Сургутские строители, сургутские инвесторы, предприниматели, наверное, могут найти точки приложения своих средств и своих интересов именно в этом прекрасном городе. Нам этот город интересен тем, что мы уже 20 лет с ним дружим. У нас достаточно серьезные культурные, спортивные связи.